Всем привет. Привет. Мы приехали машину. Мы не укатимся? Да не, видишь, ключи даже не держит. Но скорость даже подключила. Приехали машину мыть на самообслуживание байки. Первый раз после поездки. Я откуда толстый стал? Что ли, блядь? Ты будешь помогать? Чем? Машину мыть. Сейчас полоснем ее, надо мне полоснем. А заполоснем, потом какой план? Что, поедем на дачу? То надо кисточки купить, надо еще и на дачу съездить, и гараж покрасить. Ты столько вот планов придумал. Крыши, и видео обзор на машину снять. Дел, короче, много. В общем, сейчас на дачу. Вот здесь моя мойка самообслуживания. Сейчас там он занят пока. Поедем уезжаешь туда. Уезжаешь, да. Помнишь, мы как здесь это, он так не поменял резинки? Нет, да там долго рассказывать. А, все, вот. Сегодня, кстати, погодка вроде не налаживается. Сейчас будем мыть коврики. Такой вот аппарат. Кстати, удобно сами мыть. Мы сейчас сами моем всегда. Все, ты придумал план действий. Потом папа опять бежит. Говорит, что к вам лезет. Так, сейчас будем заряжать. Ну, Сейчас все. Все успешно. 130 рублей. Вот свет загорелся. Как вам мыть? Да, что, воду? Пена? Иди сюда, отходи. Как мороженка выглядит. Ярослав говорит, что она 8 рублей. Ярослав говорит, что она как мороженка сейчас выглядит. Как мороженка выглядит. Как мороженка? Да. Сейчас разъест все мошек всех. Он смотрит, какая грязь стекает. Кран с водой убрали. Раньше кран был с водой. Так она тебе намочится от пены. О, коврики, но я тоже грязнущие. Ну, не особо. Все равно грязные. Грязь какая. Сейчас зато все мошки у нас упадут. То у нас вон сколько мошек. Все водой смываем. Мы помыли машину, сейчас едем в сад. Пирогов набрали. А мы с понедельника худеем-то, да? Да. С понедельника начинаем. Я снова худею. Ага. Я вот заменяю тренировки, вот есть, а вот сейчас сегодня будем пироги лопать. А ты как? Я тоже худею, второй год худею, так похудеть не могу. Только шире, да? Только шире стыдно. А я уже давно похудею. Да не, наш день будет скоро. А, сейчас поедем в сад отдыхать. Ну, какой-то, блин. Ну, вечерок сегодня прохладный. Это тени моря. Так, да. Ой, мы на даче кайфуем. Яблоки пособирали маленько. Скачаюсь на качельке. Не стала убирать пленку от дождя, ее накидываем на ночь. О, хорошо. Солнечно сегодня. Ветерок, правда, прохладный, а так солнечно. Денис там ушел, что-то в машине копается. Ярослав с Машей играет. Маша — это сестра у него, двоюродная. А я пока качаюсь на качелях. Ну, что, справляешься? Да, справляюсь. Получается? Да легко тут. Тут главное
вам конь выбрать. Собрала букетик такой домой из цветочков. Пахнет, кстати, так ароматно. На кухню поставлю. Смотри, какой красивый. Пышный такой. Понюхай. На кухню поставлю. Какой пышный, но. Чембит. Ароматный, да? Чембит. Тебе тоже работу, да, нашли? Да. Ща, мам, сейчас будешь смотреть, как кувалды просто тут базуку железную. На какую-то ниточку, веревочку связать их. Нет, вот здесь есть, тоже надо, на. Завяжешь? Я пока давай. Держу. Ну, давай. Чтобы они вот, я их собрала, чтобы они вот так кучкой были. Где ножик-то рядом? Ярослав, дай ножницы лежат. Ярослав. Я вспомнила, земляника же пошла. Вон ягодки у нас тут за теплицей растут. Пособирала. Собрала она немного, так вот чуть-чуть. Там еще когда ящерица бегала, еле ноги я удрала оттуда. Блин, ветер сегодня такой, смотрите. Ой, шмахала, крутится. Дрищи. Сейчас ребятам помою, перекушают. Что вы делаете? Давай я пью. Подожди, Ярослав. Я лежу. О, все, подожди. Тащи туда ее. О, гигантская. Вы такие работники прям вообще. Сейчас надо лишнее убрать и еще раз кидать ее. Сейчас вот это раз. Вот такие работники. Расскажи, что делаешь. Да мама сказала, я на палочке 8 штук. Помидор или что там им подпирают? Горох. А? Горох. Или горох что-то там. А это... А зачем вы разделите сегодня? Холодина такая. Да ничего не холодно, мы загораем. А в лес не охота идти, там клещей. Сейчас июнь месяц, там пик клещей. А я вам как-то мусор как бы использовал. А трубу-то что, не потащишь? Еще надо, еще 6. 4 надо. Маечку, ты не хочешь одеть? Что-то ветрено стало. Нет. Надо еще 6, чтобы было 8. Нет, я не помню. Ну, ты папу слушаешь, конечно. Так вон дерево еще можно спилить. Какие-то кусты. А здесь-то нет вещей? У нас тут лес рядом. Нет, туда ты не. Майку одевай здесь. А что за че? О, как быстро. А чего вы листья? Я буду листья убирать. Да, листья убирать. Что, сегодня лошадок нету здесь? Доски, цветочки. Я буду убирать листья пока. Листья. Что смогу убирать? Сейчас покажу. Я едем, короче, по трассе, и везде такие растения там были. Ну, в наших краях. Здесь, как говорит, иван-чай, говорит, растет. А я говорю, блин, смотри, какой это нафиг иван-чай. Это люпины же цветы. Иван-чай. Они еще, кстати, белые, оказывается. Не белые, розовые. Собираю, короче, еще один букет люпин и ромашки. Сейчас вниз еще пошел ромашек мне нарвет, чтобы побольше был букетик. Домой красоту такую делаю. Это у меня отходы. Тут уже переработанный такой букетик. Я сюда складываю. Сделаю красоту. Собирали букет, а сейчас мы пошли за водой. За водой пошли, Ярослав помощник сегодня вообще. Палку наломал. Ведра несет. Да где жара-то? Да на солнышке, а ветер-то сильно холодный. У меня дала прослойка, круг это. Спасательный. Ярослав, смотри, сколько колокольчика. Это иван-чай. Ага, иван-чай. Всю дорогу ехали, как со стороны позаскили.
Сок, говорит, Иван Царь растет. А на обратном пути-то я иду, смотрю, а там, а, люпины. Смотри, сколько ромашек. Смотри, ромашек, пошли до сюда. Надо драть вот тут. Пошли до сюда, ромашек. Пришли на колонку. Да, пополускаем сначала. Да, да. Жав, ты любишь такие работы дачные? Да, люблю. Больше всего я люблю это за удачу. Почему? Да, что? Да, что ты любишь за удачу ей? У тебя детишки трясутся. Знаю. Ага. Аккуратно, Ярослав, там. Все, хватит. Хорош. Удавишься верхом. А вы что у тебя в кроссовках сейчас? Все будут ноги в воде. Так мы и так с вами за компанию пришли. А тупо тащит это все, да? За компанию. Это вас не компания позвала вас тащить. Это хоть пухать. Ну тебя еще покачать, я промою. Ну, или ну давай качай. О, уточка с сятами плавает. У нас здесь типа озеро такое местное. Джусты, да, маленькие? Ну, подожди, я сейчас. О, а девочки, ты же отличаешь? Это утка. А где батя? Вот, большой. Это ты... утка, это мама. Вот, это большая мама. Вот, цитятка. Они думают, мы с едой пришли. Что-то, а ну да, они подплыли, они клетки ее. Они будут сейчас пожарить на нее. Такие маленькие. А ну, вы сами их сожрали. Это мама утка. Мама утка. С утятами. А батик на работе? Где селезень-то у них? На работе. Такие маленькие. Подготовка к покраске, да? Нет? Подготовка к покраске. Там будем красить. Ярослав, ты готов? Угу. Нет, только у нас краски полбутылки, не знаю, хватит мне. Ну что, ты уж там тщательно прямо натираешь. Не знаю, как будто вот там знаю, что. Вот. Ну, все, выкрасили. Сейчас вот немножко у нас там подсохнет. Там Денис переодевается, убирает, вытирается и поедем дальше.